Так, вот это Юпитер у нас. Третьего мая 2020 года, 4:51 по Киеву. Ох, кажется, мне справа вижу все-таки спутники, даже на таких настройках. И слева что-то виднеется. Убегаешь, да? О, точно. Ну, справа ж спутник влезает в кадр. А вот и Юпитер. То есть слева. Да, справа вижу Ганимед, Ио, потом Юпитер. Ну, полосы не вижу. Может, на большом экране будет видно. Да, должно быть уже полосы Юпитера видно. А слева тоже спутников не различаю я, к сожалению. Сейчас попробую с резкостью еще поиграться. Ну, не знаю, по-моему, вот это оптимум. Два спутника справа вижу точно. А вот слева что-то должен быть Каллисто и Европа тоже спаренная. Еле-еле душа в теле. Пробую еще резкость. Это издевательство, конечно, на таком маленьком экране пытаться его. Пытаться резкость уловить. На объекте, которая 719, что ли, миллионов километров сейчас. Но вижу, вижу, но не может быть, чтобы это меня глючило. Справа. Даже на таком маленьком экранчике вижу справа и Ганимед, и Каллист, ой, господи, и Ганимед, и Ио, и Ио. А вот слева что-то не вижу, ну ладненько. Небо у нас не самое чистое. Ну и на том спасибо. Я уже даже... Не туда, а вон туда. Thank you.
Да, видно два спутника справа. Все, я вижу полосы. Аллилуйя. Нареште. Господи, ты представляешь? Проскользнуло. Но это еще облачно чуть-чуть. Там дымка такая. Да, я четко вижу полосы на Юпитере. Выдавил я все-таки из этого фотоаппарата. Четыре 57 по Киеву. Да, плавает изображение, но вижу даже на этом маленьком экране две четкие полосы параллельно горизонту, будем говорить так. Так, это 125-кратное увеличение оптического. Ух ты, ты посмотри, прям иногда вообще отлично видно. 125-кратное оптическое увеличение и 4-кратное цифровое на фотоаппарате Nikon Coolpix 5000. Странно, что же слева не вижу спутника. А, вон что-то мелькает. Ну, это не серьезно, конечно. Чем светлее становится на улице, тем меньше становится контрастность, разница между освещенностью Юпитера и небом, на фоне которого он снимается. И, наверное, поэтому совершенно четко вижу полосы. Просто класс. Сбылась мечта идеона. Но совершенно точно вижу справа два спутника галилеевых. Почему не вижу слева, непонятно. Но я совершенно вижу четкие полосы. Сколько там, я говорил, 719, что ли, миллионов километров сейчас до Юпитера. Бежал. Ладно, я думаю, этого достаточно. Сейчас еще раз попробую с резкостью поиграться, напоследок нервы попортить. Ладушки. Лучший враг хорошего. Да, там еще и небо такое грязно-облачное. Надо же. Как еще что-то получилось снять через такую пелену. Да, на Сатурна, Марса уже надежды нету увидеть. Так. Сейчас я
5.01 по Киеву 3 мая 2020 года. 50-я параллель северной широты.